Прошу вас остаться на секундочку для вручения подарков, любезно предоставленных нашим другом певице Варваре Комиссаровой. Пожалуйста, просьба внести подарки для детей, которые дольше всех, по-моему, ждали сегодня. Но, наконец, выступили. Более того, выступали дважды на нашем концерте. Ваши аплодисменты. Спасибо вам большое. Мы так вам благодарны, что вы откликнулись на этот призыв, на зов сердца, что вы сегодня с нами в этом зале. Спасибо большое за эти замечательные подарки, за это внимание наших добрых друзей, наших коллег, соратников, единомышленников. Дорогие братья и сестры, сегодня вопрос жизни, защиты жизни ребенка до рождения звучит с особой силой и значением. И от того, насколько твердо мы с вами будем стоять в истине, насколько мы будем верны заветам святых отцов, преданы духовным и нравственным ценностям, которые мы получили через церковную традицию, во многом зависит будущее нашей страны, народа.